Общественная палата России поддержала законопроект, устанавливающий ежемесячные денежные выплаты участникам Великой Отечественной, тем, кто имеет государственные боевые награды. Инициатива принадлежит Владимиру Кибекову, руководителю фракции «Справедливой России» в парламенте Кабардино-Балкарии. Выплаты будут дополнительным подтверждением всенародного уважения к мужеству и героизму фронтовиков, соглашаются с депутатом в Общественной палате. Их восстановление хорошим подарком накануне празднования 70-летия Великой Победы. Тем, кто награжден орденом Красного Знамени, законопроектом предлагается добавить к пенсии 1000 рублей, орденом Великой Отечественной войны 2 и 1 степени – 800, орденом Красной Звезды и медалью за отвагу – по 700 рублей, медалями за боевые заслуги и за взятие Берлина – по 500. К слову, денежные выплаты для красноармейцев, награжденных боевыми орденами и медалями, были установлены еще в самом начале Великой Отечественной. В 50-х их отменили, и сегодня надбавки к пенсии получают лишь герои Советского Союза, России и кавалеры ордена Ленина. Комиссия по национальной безопасности уже направила письма в поддержку законопроекта в Совфед и Госдуму, сообщает официальный сайт Общественной палаты.